пыльные подвалы, естественные пещеры, а теперь и морские глубины. Все больше производителей вина, и не только в странах Старого Света, выдерживают бутылки со своей продукцией в погребах под водой. Секрет правильного старения вина – постоянство. Море предлагает необходимые условия – темноту, нужные давление и температуру. По мнению экспертов, данный способ выдержки вина дает интересные результаты. Одна из особенностей вин, выдержанных под водой, заключается в том, что они по-другому вызревают. Некоторые вины эволюционируют довольно быстро, но при этом танины и, соответственно, вкус становятся мягче. Ощущается тонкое послевкусие вина. Однако такой результат получается не всегда. В общем, в этом плане еще предстоит провести много научных исследований. Но для виноделов это способ попробовать что-то новое. Станут ли морские винные погреба нормой винодельческой индустрии, сказать сложно. Данный способ выдержки требует большой дополнительной работы, в частности, привлечения дайверов. Это отражается на цене продукта. Бутылка морского вина обойдется покупателю в 3-4 раза дороже обычной. Существует риск повреждения или загрязнения бутылок.